Итак, 31 декабря и новогоднюю ночь каждый зритель телеканала «Россия» увидит праздничную телепрограмму в соответствии со своим временем. Все технические службы к выполнению этой задачи готовы. Впервые в истории страны, включив телеканал «Россия», поздравления президента услышат в каждом доме. И не за час, до или после Нового года. Ровно в полночь будут бить и куранты на Спасской башне, возвещая о наступлении 2018 года. Александр Руденко, Юрий Гончар, Антон Мусикян, Александр Сидоров и Антон Загорский. Вести недели. Ну вот и все на сегодня. Сразу после нас. Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. Для всех, кто сейчас не успел, на прямой эфир нашей программы повтор на канале «Россия-24». Уже скоро, в 23:00. Мы же сейчас прощаемся. Счастливого Нового года и Рождества. Встречаем с хорошим настроением и добрыми надеждами. Берегите себя. Не пейте чрезмерно. Увидимся уже в январе, в старый Новый год.